Всем привет! Это Тай, мама Тай. Вы на канале Яна Тляйн. Не подписан, подписывайтесь. Как дела, кто не подписан, подписывайтесь. Ты сначала расскажи, что у тебя сегодня полезло открывать сразу. Киндеры! У тебя киндеры. А ты знаешь, что за киндеры? Киндеры. Это, во-первых, киндер Джой. Во-вторых, это киндер Джой из Германии. И в-третьих, это серия киндер Джой кумиры подростков, Teen Idols. Сколько у тебя киндер джоев сегодня? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6 киндер джоев? Поехали! Да. Вот тут как раз нам киндер джой попался к открыванию, который мы еле-еле... Шоколад потом, который мы еле привезли с собой, они так помялись. Потом. В рюкзаке мы везли их. Теперь посмотрим, сколько коллекционных будет. Итак, давай смотреть, что это такое за штука? Что это? Какие-то часы, браслет? Что это? О, это какой-то браслетик! Вот такой, с мелодией, со скрипичным ключом. Вот, это браслетики Teen Idols. Здесь с микрофонами есть. Вот такие. Разные браслетики. И нам попался браслетик с пианино и скрипичным ключом. Что? Я поняла потом. Какой браслетик? Шоколад. Что там? Какая-то веревочка. Что это? Смотри, это новый пакетик. Это какая-то бирка. Да, новый пакетик. С мотоциклетным шлемом, раллиная какая-то. Новый пакетик. Тоже кумиры подростков. И кто же это такие? Ой, порвалась. Давай посмотрим. Что это такое? Это Льюис Хэмилтон. Да, это так видео. Да, это Льюис Хэмилтон, это гонщик. И шлем в его честь. И вот здесь вот, как будто его роспись. Наверное, это и есть его роспись. А вот это Людвиг фон Бетховен. Он Людвиг ван Бетховен, фон Бетховен. Вот такой браслетик может быть. О, что это? Снова такой же или это уже другой? Вот это новый. Вот браслетик вот да, такой. Да, новый это. Вот такой браслетик. Людвиг ван Бетховен. Это такой. Нет, это другой. Здесь какой-то кулинарный шеф. Руки, вилка, ложка, тарелка. И роспись чья-то. Вот коллекционный. Давай это посмотрим. А где бумажечка от него? Да, это снова Teen Idols. И это Джо Бастианич. А давай потом. Кто это такой? Интересно. Наверное, повар. Какой-то Джо Бастианич. Давай потом. Так, и что там? По-моему, это не коллекционный попался. Или нет, это коллекционный какой-то бейсболист? Давай посмотрим, как он собирается. Вот такая фигурка. Руки у него, кепка. Что там, страшно? Страшно кто-то? Чего страшно? Это Льюис Хэмилтон. Это я, спасибо. Да, это как гонщик. Да, Это такие интересные вещи. Я не знал, что здесь может попасться интересного. Подай это. Пап, это будет и то. Да, что-то должно еще попасться интересно. Что будет? Итак, кто там? Кто это такой? Что, футболист? Ты похож? Знаете, на кого похож? На Криштиану Роналдо. Может, это он? Давай посмотрим. Да. Это и есть Криштиану Роналдо. Смотрите, кто нам попался. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналдо. Так. Кто нам попадется? Что там? Что это? Угу. Что это? Да, это. Это штампик?
А ну покажи. Стой, подожди, пока никуда не ставь. Штампик с чьей-то росписью. А ну так покажи бумажечку. Бумажечку доставай. Чья это подпись? Штамп с подписью с чьей-то. Наклеечка. Футбол. Криштиану Роналдо. Это штампик с подписью Криштиану Роналдо. Поставим штампик? Поставим. Давай, поставим. Вот сюда его. На, ставь. Не здесь. Только руки не перепачкай. А потом бетоне татаем там. Хотели здесь, и потом я ем диктик. Давай. Есть подпись Криштиану Роналдо у нас есть. Теперь эта бумажка стоит миллион долларов. Вот такая у нас супер бумажка. Нам попался браслетик. Людвиг ван Бетховен. И фон Бетховен. Вот такой жетон. Джо Бастианича, известного нью-йоркского ресторатора. Вот такой жетон гонщика Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Сам Льюис Хэмилтон, Криштиану Роналдо. И штамп с подписью Криштиану Роналдо. Ну что, Ян, тебе понравились сегодняшние сюрпризы? Да. Да, мне тоже очень понравились такие неожиданные сюрпризы, никогда не видел таких. Вот в Германии мы такие сюрпризы купили. Яне больше всего понравился штамп, да? Да. Ставить печати с подписью Криштиану Роналдо и продавать их на аукционе. Если вам понравились наши сегодняшние сюрпризы, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии к ролику. До новой встречи, всем пока!